Вот часто происходит такое, мне человек скидывает велосипед посмотреть, а я ему пишу, типа, ужасный велик, а дальше игнорю все остальные вопросы. И Юля меня спросила, почему я, типа, себя так веду. Ну, не очень красиво, как ей кажется. А я объясню, почему. Вот смотри, вот он мне скидывает ссылку, да, L-Bike Rapid Elite. Ну, в общем, куча названий, куча слов. 100 тысяч рублей электровелик, да. Ну, вот давайте берем первую же фотку, смотрим, да. Какая-то просто ссаная вилка с блокировкой. Дешевые литые обода, которые хуже, чем спицевые. Вынос с регулировкой просто дешевле некуда. Неполуторный стакан. Рама, ну, в которой тоже нет ничего. Дешевейший просто вариант. Электромотор, как я понимаю, здесь на задней втулке. Тоже литой ссаный диск. Альтус переключатель. Это все по фото. Крылья просто бутафорские, ни о чем. Динамка спереди. Фотка соскочила. Ну, а что ты ему так же не расскажешь? Ёпты, 150 сообщений в сутки. Вы представляете себе? Я не зажрался, у меня открыта личка. Я почти всем могу сказать, говно велосипед или не говно. Особенно, если этого видео не было. Я вот про L-Bike видео не рассказывал ничего. И сейчас поэтому человек сказал, что велик ужасный. Он мне говорит, Антон, ну объясни хоть почему. Покажи уровень, обоснуй. Предложи альтернативу. Платная консультация, 1000 рублей в час, пожалуйста, объясню и покажу. У меня нет на это времени, ну честно вам говорю. Как вот можно предъявлять претензии по поводу того, что я не отвечаю развернуто на такие сообщения? У меня этих сообщений просто куча, реально куча. Я вот, блядь, больше не могу тыркать на эту фотографию, она не открывается. Я не знаю, от L-Bike, видимо, у меня завис телефон. Но суть в том, что этот велосипед... полный кусок говна, потому что вся навеска на нем говно. Вот я снимал, я не снимал много электровеликов, простите меня, не осветил эту тему. Последнее, что было, это был элеватор авторовский. Я не помню, сколько он по 200 тонн стоит, да, 175, по-моему. Но там рама с гидроформингом, там тройной батинг, там полуторный стакан, там вилка с 15-й осью, там нормальная гидравлика, там нормальные колеса, нормальные обода. Там электромотор дорогой, Шимана, на системе, понимаете? И показатель 35 км в час – это не показатель. Если вы хотите, вы можете это все дело прочиповать. Все ломается, и Шимана, и не Шимана. Но здесь платить не за что. Это просто Ашан-байк, кусок ссаного говна, на который прилепили электромотор. И поставили ценник хороший, потому что сейчас электровелики – это типа модно. Но по факту это говно. Здесь даже колеса не ремонта пригодные, вы понимаете? Система уровня горных велосипедов за 20 тысяч рублей. И так во всем. Развернуто сказал? Развернуто сказал. Вот так. Не обижайтесь на меня, если я отвечаю очень резко на ваши вопросы. Это связано с большим количеством дел. И с тем, что я не могу вам ответить развернуто на сообщение. Вот так, господа. Спасибо за внимание.